Здравствуйте. Старший лейтенант полиции Мирликин, заместитель командира взвода, отдельная рота ДПС. Бекрамжон Бекиржонович. Бекрамжон Бекиржонович, почему вы управляете транспортом без маски, вы перевозите людей? Забыли одеть. Очень замечательно. Остальные документы можно? Одевайте масочку. Вардан Размикович, почему вы управляете, перевозя людей, управляя транспорт без маски? Защитные ваши. А? Маска мокрая. Маска мокрая. Значит, у вас должен кто-то выпускает вам давать несколько. Правильно. Почему вы управляете без нее? Мокрая. А? Выкинули. Очень плохо. Запасной у вас нету? Запасной нету у вас? Очень плохо. Ожидайте здесь на месте, сейчас подойду к вам. Заместитель командира взвода, старший лейтенант полиции Мирликин. Почему управлять транспортным средством без маски? Не выдавал ли вам никто? Водительское удостоверение можно, платить на машину, страховой пулис. А ничего не выдавал, я еще дома думал, это все ездит, но никто ничего не перепался даже. Не выдавали, да? Я также в своей самозащиты. Я понимаю, что это безопасность, да, но выдали бы, я бы отделал чем-то. И как вы дома взяли его? Он даже обрабатывает автобус. Ручник поставьте, на ручник, надо брать. Так, карта маршрута. Улыбаюсь.